Добрый день, дорогие коллеги. Моя презентация называется «Скрининг рака легкого. Взгляд рентгенолога». Начать стоит с того, что до сих пор есть такие новостные поводы, когда врачи не смогли по данным флюорографии выявить рак легкого на протяжении нескольких лет. Мы тоже хотели проверить такую гипотезу и предоставляли врачам исследования для оценки с вопросом о том, рекомендовали бы они прохождение этому пациенту компьютерной томографии в целях исключения находок подозрительных на рак легкого. Это один из кейсов, у кого был рак легкого в первой стадии, но важно то, что результатом проанализированных оценок оказалось то, что большинство из них имеют чувствительность и специфичность ниже 50. Это значит, что это ниже, чем подбрасывание монетки. Так, в середине 20 века курили почти все, и даже на даже на медицинских конференциях раздавали сигареты для врачей. В то время, когда удалось доказать связь курения с раком легкого, были проведены неоднократные исследования по использованию рентгенографии для выявления рака легкого. Не знали, может ли это помочь или не может помочь, но окончательную точку в этом вопросе поставило исследование 155 тысяч человек, рандомизированное, которое противопоставляло рентгенографию против обычной помощи, когда помощь начинала оказываться людям, у которых появились симптомы и жалобы. И оказалось, что рентгенография действительно помогает привести к большему выявлению ранних стадий, но смертность от этого не зависела в одной из двух групп. Другими словами, снижение смертности от рака легкого с помощью цифровой флюорографии невозможно. После этого, начиная примерно с 90-х годов прошлого века, начали проводиться обсервационные исследования, то есть наблюдательные исследования за пациентами, проходящими компьютерную томографию, низкодозную компьютерную томографию. И с 21 века стали проводить уже рандомизированные исследования, сравнивая низкодозную КТ и рентгенографию. Но, к сожалению, эти исследования не привели к доказательствам того, что низкодозная КТ может помочь. Это было по разным причинам. То было незначительное количество пациентов в выборке, недостаточное. То срезы были слишком толстые. Один из примеров такой пленки представлен справа. Обратите внимание, что только на одном срезе есть находка, которая требует нашего внимания. И это уже большая находка. Она не видна ни на предыдущем, ни на последующем срезах. Так продолжалось до тех пор, пока в 2011 году не были опубликованы результаты самого крупного в мире исследования, сравнивающего рентгенографию и низкодозную КТ, показавшее снижение смертности от рака легкого на 20%. Сегодня мы имеем огромный арсенал возможностей в лучевой диагностике, и следует сказать, что никакие другие методы анализа, анализа крови, ДНК и так далее, макроты, не смогли привести к нужным результатам. И только низкодозная компьютерная томография имеет доказательства на сегодняшний день для решения необходимого, для снижения количества смертей от рака легкого. И вот представлено 1000 пациентов, которые проходят низкодозную компьютерную томографию. Важно сказать, что практически у 40% из них выявляются мелкие узелки, но только лишь 3,5% из этих пациентов будут иметь по-настоящему рак легкого. Важно то, что остальные пациенты, многие из них получат определенный вред, а это значит, что им могут проведены быть дополнительные интервенционные вмешательства, в результате которых могут быть осложнения порядка 3%, включая до летальных исходов чуть меньше 1%. Итак, сегодня мы имеем доказательства того, что рак легкого – лидер по смертности среди всех злокачественных заболеваний, что скрининг рака легкого эффективен, уже доказано не в одном, а в нескольких исследованиях. В то же время средний возраст населения увеличивается, и Всемирная организация здравоохранения считает, что к 2050 году злокачественные новообразования могут занять первое место среди причин смертности, обогнав смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. Когда мы говорим о низкодозной компьютерной томографии, важно понимать, что это не сам скрининг, а это всего лишь метод тестирования входной. И скрининг гораздо сложнее, у него есть обязательные элементы, без которых полноценный скрининг рака легкого работать не будет.
Поскольку мы говорим о презентации для рентгенологов, то следует различить, что есть разные термины использования компьютерной томографии. Стандартная компьютерная томография – это именно та, которая выполнена по протоколам, рекомендуемым производителем для всех задач. Низкодозная компьютерная томография – та, которая доза лучевой нагрузки ниже, чем стандартная компьютерная томография. Но важно понимать, какая цель поставлена для низкодозной компьютерной томографии. Это может быть не обязательно грудная клетка, это может быть исследование пазух, околоносовых пазух. Низкодозный КТ для скрининга рака легкого и имеет совершенно понятное ограничение, потому что здесь обследуются бессимптомные люди, без симптомов, связанных с курением, имеется в виду, и доза лучевой нагрузки в Российской Федерации ограничена 1 миллизивертом. В то же время не так давно появился термин ультранизкодозная компьютерная томография. И именно такой термин ультранизкодозная КТ рекомендует Европейское общество рентгенологов и Европейское респираторное общество. Важно понимать для нас, что для России низкодозный КТ для скрининга рака легкого будет равен ультра-НДКТ. Европейское общество по торакальной визуализации также выкладывает свои рекомендации по параметрам сканирования, параметрам реконструкции работы с данными низкодозной компьютерной томографии для скрининга рака легкого. Здесь я приведу пример одного из наших исследований, когда мы изучали на антропометрическом фантоме различные уровни шума и возможность детектирования легочного узла. Это распечатанный на 3D-принтере рак легкого и возможность его классификации, а именно волюметрии. Стоит показать в качестве примера один из тех исследований ультранизкодозной компьютерной томографии. И рекомендации по настройке томографа мы опубликовали в методических рекомендациях по скринингу рака легкого, на которые я буду еще ссылаться в течение нашей презентации. Но в данном случае это исследование было выполнено пациенту в группе риска. И здесь вот он слева, рак легкого, из-за чего и была выполнена эта процедура. В то же время в Соединенных Штатах Америки, если мы взглянем на дозу лучевой нагрузки, которую получают пациенты, проходящие низкодозную компьютерную томографию для скрининга рака легкого, она достигает аж 6 миллизивертов, превышая среднюю дозу немедицинской лучевой нагрузки в Москве и значительно превышая дозу лучевой нагрузки, которая у нас считается ограничением для низкодозной КТ в скрининге рака легкого. Когда мы говорим о низкодозной КТ, нужно понимать, что в дальнейшем для врача стоит задача интерпретации этих находок, и легочные узелки, которые мы можем обнаружить, делятся на солидные и полусолидные. Но оценка размеров связана с скринингом рака легкого, чаще всего либо с оценкой диаметра, либо с оценкой среднего размера между длинником и поперечником. Существуют разные рекомендации от различных сообществ по тому, как действовать в том или ином случае. Они в целом похожи друг на друга, но различаются в некоторых рекомендациях по объемам, по размерам, в некоторых только по тому или иному признаку. Но стоит отметить, что если использовать оценку по размерам линейным, то она связана с человеческим фактором, который приводит к погрешности примерно в 1,73 мм. Ну, о чем это нам должно сказать? О том, что в тех же самых рекомендациях, которые я только что показал, американские рекомендации Landgraf для скрининга рака легкого, они говорят о прогрессировании легочного узелка, увеличении, если мы оценили увеличение больше 1,5 миллиметра, а у нас погрешность уже больше 1,5 миллиметра. Поэтому это вызывает определенные дискуссии и вопросы. Одним из решений на этот вопрос является применение волюметрии, то есть оценки объема легочного узелка. И она точнее, чем оценка линейных размеров. В то же самое время линейные размеры приводят к большему количеству ошибок, чем оценка объемов. Надо понимать, что волюметрическая оценка требует специального программного обеспечения, которое есть далеко не везде. Но я привожу пример. Это единый радиологический информационный сервис, который доступен всем врачам-рентгенологам в Москве, включенных в структуру Департамента здравоохранения Москвы. Делается оценка измерения в 3 клика. Выбрать ножницы, выбрать маску и кликнуть на легочный узел, который автоматически оконтуривается вот фиолетовым или другим цветом и калькулирует вам результат объема. Так было
выпущено в журнале Lancet, европейская позиция по скринингу рака легкого. Оно представлено в виде нескольких схем по порядку действий, что нужно делать. Это одна из тех рекомендаций, которая была показана выше. И мы адаптировали эти варианты, перевели и опубликовали это в методической рекомендации по скринингу рака легкого. И надо сказать, что адаптируя эти варианты, у нас получилось 4 алгоритма. И запоминать их каждому врачу-рентгенологу было бы сложно, на наш взгляд. И мы решили помочь, сделав следующий автоматический пошаговый алгоритм, которым можно воспользоваться прямо в вашем телефоне. И если вы сейчас смотрите это на экране, можете навести свой телефон, если вас распознает QR-код, перейти сразу же на эту ссылку. Либо, если вы смотрите с телефона, сделайте скриншот, чтобы потом можно было этим воспользоваться, чтобы можно было ответить на возможность использования алгоритма ведения пациента в скрининге рака легкого, по результатам которого вам будет представлен один из 6 кодов с рекомендациями, что дальше делать для того, чтобы написать пациенту в протоколе. В России же следует начать с того, что, данные по заболеваемости и смертности в Москве и Российской Федерации от рака легкого отличаются друг от друга. Сравнивая скрининг и диспансеризацию, стоит сказать о том, что скрининг имеет ряд преимуществ перед диспансеризацией, а именно, что совершенно разные цели стоят, есть доказанный путь по сравнению с диспансеризацией, необходимость индивидуальных приглашений, специальная группа риска, и да, конечно, скрининг организовать сложнее, чем диспансеризацию, но скрининг требует прежде всего экономической эффективности и эффективности с точки зрения снижения количества смертей от заболевания. Что мы говорим о полученных преимуществах? Это 50% снижение случаев на ранних стадиях, снижение смертности и полученные выгода в виде дополнительных лет жизни. Если мы сравниваем 5-летнюю выживаемость среди участников целевых программ скрининга и диспансеризации, то они различаются практически в 2 раза в России и в Соединенных Штатах. На данной карте представлены те города, где обсуждается и планируется, либо уже запущен скрининг рака легкого с помощью низкодозной компьютерной томографии. Хочу представить один из них. Это результат скрининга 2017 года, когда был запущен проект на 10 поликлиник, в каждой из которых выполнялась низкодозная компьютерная томография. Общие результаты за 2017-2018 год представлены на слайде. После очистки этих данных о виде исключения пациентов вне группы риска мы получили такие результаты. Самое интересное, выделено цветом, это то, что пациентов на первой стадии было практически 60% пациентов на первой стадии вне рака легкого было 15%. Мы готовимся к запуску нового проекта скрининга рака легкого, принимая во внимание весь предыдущий опыт, который был у нас, который есть в мире, чтобы новый пилотный проект был лучше. Стоит отметить то, что в изменения включено и изменение протокола структурированного, которым может пользоваться врач-рентгенолог. И согласитесь, это отличается от тех стандартных описаний и заключений. Здесь важно, что нашей целью является сбор данных, которые можно анализировать потом, а именно здесь помощь для врача-рентгенолога в виде автоматического калькулирования времени удвоения объема. Автоматически рассчитывается дата повторного исследования в зависимости от выбора кода. Сейчас мы занимаемся оценкой результатов пилотного проекта, сравнивая его с флюорографией. И ожидаем получить ответ на вопрос, снижается ли количество смертей среди больных раком легкого в первой группе по сравнению со второй. Поскольку на низкодозной компьютерной томографии захватывается область грудной клетки, то стоит обратить внимание, что врачи-рентгенологи могут оценивать и другие находки, которые тоже выявляются на низкодозной КТ и могут иметь существенное значение для судьбы пациента. Что касается искусственного интеллекта, то нас подталкивает к этому следующее условие. Количество исследований увеличивается быстрее, чем увеличивается количество врачей, которые могут это интерпретировать, что подталкивает врачей к сокращению времени на интерпретацию исследования.
Сокращение времени в два раза приводит к увеличению количества ошибок примерно на 16%. Это пропуски на ходу. В Москве мы стартовали большой эксперимент. Это научное исследование, в котором сегодняшний день участвует более 300, уже обработано более 300 тысяч исследований. Данные могут видеть более 500 врачей-рентгенологов. Одними из вариантов предоставления результатов искусственного интеллекта, они представлены на слайде, это ранжирование пациентов в рабочем списке, чтобы раньше посмотреть того пациента, у которого есть подозрение на находку, добавление в дополнительной серии, второй серии, кроме оригинальной серии, где будет указываться та находка, для которой разработан этот искусственный интеллект, и другие цели. В реальности это выглядит примерно таким образом, когда на серии КТ алгоритм искусственного интеллекта находит легочный узел, оконтуривает его, и вот этот вот текст, который слева, он автоматически создан алгоритм искусственного интеллекта. Он пишет, что в легких выявлены подозрения на злокачественный процесс, вероятность отнесения находки к злокачественным составляет более 99%, и также вот это рабочее вид рабочего окна врача-рентгенолога, где такие алгоритмы, предоставляя свою информацию, могут рекомендовать врачу описание и заключение. От врачей ожидается получить обратную связь в виде того, насколько хорошо или плохо сработал тот или иной алгоритм искусственного интеллекта. Как в этом и заключается эксперимент. Ближе к концу я хотел познакомить вас с еще одним кейсом, вот, который сейчас покажу, который стоит обсудить в дальнейшем. 2013 год, здесь будет 14, 15, 16, когда пациент проходил регулярную рентгенографию, а потом эти данные были ретроспективно оценены алгоритмом искусственного интеллекта. За первый год никаких патологий ни искусственный интеллект, ни врач не нашел. Во второй год врач ничего не нашел и отправил пациента на следующий год, в то время как алгоритм искусственного интеллекта уже обнаружил какую-то находку. На третий год врач никаких подозрений не нашел, отправил пациента на следующий год. Алгоритм искусственного интеллекта в ретроспективном просмотре, конечно же, врач не имел на момент 2015 года этой информации. Уже повысил вероятность до 62. И в 16 году врач-рентгенолог замечает находку в правом легком, отправляет пациента на дообследование, что также повышает вероятность этой находки алгоритма искусственного интеллекта. Что важно? Что изначально я рассказывал, что рентгенография не для скрининга рака легкого. Важно то, что нет доказательств того, что рентгенография, применяясь в скрининге рака легкого, может привести к снижению количества смертей. Здесь показан один из примеров возможности искусственного интеллекта, который видит рак легкого на 2 года раньше, чем врач-рентгенолог. О чем это нам должно сказать? Что в целом польза и вред от искусственного интеллекта может быть точно такая же, как и польза и вред в скрининге рака легкого. Мы также опубликовали эту информацию в той же самой методической рекомендации, чтобы можно было оценить эти критерии. В целом, для врача-рентгенолога считаю ключевыми выводами следующие, что флюорография неэффективна на сегодняшний день. Низкодозное КТ является единственным доказанным методом, который запускает цикл мероприятий, который приводит к снижению количества смертей от рака легкого. Интерпретация скрининга рака легкого имеет свои правила и отличается от интерпретации в обычной практике. И искусственный интеллект может помочь врачу-рентгенологу в поиске и классификации находок. Это наши будущие мероприятия образовательные, которые мы проводим, приглашаем вас на них, которые еще планируется провести в этом году. Спасибо за внимание.